этом сезоне краснодарские болельщики увидели на родном стадионе целую голевую феерию. Если в прошедших до этого четырех домашних матчах было забито 3 гола, то до встречи с Алани зрители увидели сразу 5. С первых минут игры на поле завязалась острая борьба, в которой соперники не хотели уступать друг другу. При этом заметным преимуществом владели хозяева поля. На 17-й минуте в ворота гостей за неверную атаку Кантонистова был назначен пенальти. К мячу подошел сам пострадавший. Но вратарь Алании Дмитрий Хомич не посрамил знаменитую футбольную фамилию и в красивом броске выбил мяч из ворот. Неудача не обескуражила краснодарцев. Они продолжали остро атаковать. На 33-й минуте после подачи углового мяч отскочил к полузащитнику Виталию Калешину, который мощным ударом с 20 метров открыл счет в матче. На 38-й минуте у ворот Кубани возник первый опасный момент. И после подачи с фланга Дмитрий Смирнов сравнивает счет. И тут же, спустя 2 минуты, Кристиан Тудор выводит Аланию вперед. Конечно, когда получаешь 3 очка, играя на чужом поле, это приносит большое удовольствие. Второй тайм Алания начала в десятером. На последней минуте первого тайма за второе предупреждение был удален защитник Стеван Батес. Гости пытались играть на удержание счета и всячески сбивали темп. Настойчивость Кубани привела к очередному нарушению в штрафной площадке гостей. И на этот раз Любомир Кантонистов был точен. На 78-й минуте встречи травму получил полузащитник Кубани Алексей Герасименко. Но поскольку Николаем Ежаниным уже были сделаны все замены, у краснодарцев осталось практически 10 полевых игроков. На очередной раз мне не удалось достучаться до футболистов. Сыграли прямо от обратного, даже имея численное преимущество. Видимо, здесь мне надо разобраться в самом себе, поскольку, если говорится, работать с одной, делается совершенно другое, значит, здесь что-то надо менять. Концовка матча проходила в обоюдоострых контратаках, в одной из которых больше повезло гостям. На 89-й минуте полузащитник Георгий Базаев после грубой ошибки Евгения Варламова забивает 3-й гол в ворота Кубани. И Алания увозит из Краснодара 3 боевых очка. Ольга Горожанова, «Футбол России».